Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распустил военный кабинет, сообщил израильский чиновник. Этот шаг был ожидаем после ухода из правительства бывшего центристского генерала Бенни Ганца. Ожидается, что Нетаньяху проведет консультации по поводу войны в Газе с небольшой группой министров, включая министра обороны Йоава Галланта и министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, которые состояли в военном кабинете. Он был сформирован после того, как Ганц присоединился к Нетаньяху в правительстве национального единства в начале войны в октябре 2023 года. В него также вошли партнер Ганца Гади Айзенкот и Ария Дери, глава правой религиозной партии ШАС. Ганц и Айзенкот покинули правительство на прошлой неделе из-за того, что, по их словам, Нетаньяху не смог сформировать стратегию для войны в Газе. Нетаньяху обратился к Ганцу в соцсети X после его решения. «Сейчас не время отказываться от кампании. Сейчас время объединять силы. Граждане Израиля, мы продолжим до победы и достижения всех целей войны. В первую очередь освобождение всех наших заложников и ликвидация Хамас», написал премьер Нетаньяху. Ганц, в свою очередь, сказал, что этой осенью в Израиле должны состояться выборы, которые приведут к созданию правительства, которое завоюет доверие народа и сможет противостоять вызовам.